Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР 21 декабря празднуют юбилейную дату. Прошло 25 лет со дня основания вуза. За это время академии было выпущено много талантливых управленцев. За посильный вклад в качественное обучение студентов глава ДНР Александр Захарченко наградил руководящий персонал академии грамотами. Диплом этого вуза, наверное, является значимым качеством, которое победил уже десятилетиями. Выпускники вашего вуза, это, наверное, люди, которые самые несочетные, экономичные, способные решать управленческие, организационные вопросы любой сложности и занимать посты, наверное, самые высокие посты. Также Александр Захарченко отметил, что в молодой, стремительно развивающейся Донецкой Народной Республике имеется дефицит высококвалифицированных кадров. И именно выпускники данного вуза, по его мнению, способны устранить эту проблему. Понимаете, мы не находимся в состоянии мира, мы находимся в состоянии войны. Поэтому уверен, что выпускники могут решать еще раз самые сложные задачи. Самое главное, быстро и энергично. Потому что победа сегодняшней жизни – это быстрота принятия решения, самое главное – быстрота исполнения. Ваш вуз – это состояние. После поздравительной речи в адрес ректората Академии Александр Захарченко перешел к торжественной части, в ходе которой наградил руководство вуза грамотами главы республики. В свою очередь и ректорат Академии поздравил и поблагодарил Александра Захарченко за присвоение их учебному учреждению статуса при главе ДНР. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.